Привет, друзья, с вами Джинлав, и это у нас пятый урок моего проекта по быстрому запуску сайта. Итак, уже начинается самое интересное, и в этом уроке мы установим универсальную тему для вашего сайта. Она универсальная, потому что вы на этой теме, на этом шаблоне сможете создавать любую идею, любой бизнес, да, развивать и так далее. То есть эта тема универсальна для любого бизнеса, для любой деятельности. Итак, поехали. Сначала вы зайдите в панель управления своего сайтом. Как это делать, я показывал в предыдущих видео. Итак, когда вы зашли в панель управления своим сайтом, вы делаете следующее. Наводите на внешний вид, далее нажимаете на темы. Темы. Страница у нас сейчас пока загружается. Далее нажимаете на кнопочку «Добавить новую». Далее нажимаете «Поиск». И далее здесь прописываете вот такую вот надпись. «Spec SEOs». Вот. Точно как она отображается, сейчас вам приоткрою, посмотрите. То есть... SpecSales. Итак, ввели эту надпись и устанавливаем вот эту вот тему. SpecSales. Нажимаем кнопочку «Установить». Установили эту тему. Далее нажимаем надпись «Активировать». Активировали. Далее, смотрите, мы переходим на наш сайт. То есть нажимаем на домик и смотрим, как у нас сейчас выглядит. То есть сейчас наш сайт выглядит следующим образом. Это как раз именно та тема универсальная, которую я вам говорил и рассказывал. Итак, эту тему мы будем редактировать и изменять. Но к ее обзору мы вернемся чуть позже. Мы в этом видео сделаем краткий обзор, а сейчас мы сделаем другую операцию, тоже не менее важную. Итак, зайдите в поисковик, будто Google или Яндекса, и наберите вот так вот 100 плюс работающих пинг-сервисов WordPress. И у вас появится несколько различных предложений. Вот 100 сервисов для пинга, 30 свежих сервисов для пинга. В принципе, я рекомендую воспользоваться вот этим сайтом, который рекомендует, потому что я сам им пользуюсь. А так можно, в принципе, любыми воспользоваться сайтом, чтобы взять оттуда... сервисы для пингов. Что это такое? Это просто такая штука, когда ваш сайт будет обновляться, он будет оповещать другие сайты, что у вас что-то новое появилось. А эти пинг-сервисы — это на самом деле просто ссылочки. Итак, сейчас вы нажимаете на этот сайт. Можно, в принципе, на любой, но главное, чтобы вы поняли идею. Нажимайте на этот сайт, плюс 100 работающих пинг-сервисов WordPress azugle.ru. Нажимаем. Вот, и что мы делаем? Мы смотрим, где эти пинг-сервисы нам рекомендуют, какие нам их рекомендуют, да? Пинг-сервисы — это просто ссылочки вот такие вот, да? Вот они, эти ссылочки. Вот. Сейчас мы просто берем и это все дело копируем. Выделяем и копируем. Это основные главные пинг-сервисы. Кто-то использует много пинг-сервисов для того, чтобы их не сайт оповещал другие сайты, что у них появилось что-то новое. И использует большой список пинг-сервисов. Но это будет большая нагрузка на сервер. Я также это не рекомендую и считаю, что этого достаточно. Поэтому копируем этот небольшой список. Потом возвращаемся к себе на сайт. И нажимаем вот сюда. Возвращаемся в панель управления. Далее нажимаем на общие. Я сейчас пока не помню, где эти пинг-сервисы оставляются, но сейчас узнаем. Угу. Я ошибся. Нажимаем на написание. Смотрим. Да, они оставляются здесь. И потом нажимаем вот сюда и стягиваем вниз. Потом нажимаем сюда, протягиваем. Опять нажимаем сюда и растягиваем. Ну, просто, чтобы было побольше, поудобнее, покрасивее. Потом вставим сюда палочку, выделяем. Это удаляем. И сюда вставляем то, что мы скопировали. Нажимаем «Вставить». Вот. Потом вот эти вот HTML, кавычечки,
мы просто их стираем. Стираем аккуратно. Все эти кавычки. Стерли. И далее нажимаем «Сохранить изменения». Итак, все. Простую процедуру мы сделали для того, чтобы наш сайт оповещал поисковики различные, что у него что-то появляется новое, когда мы здесь что-то пишем и какой-то контент выводим. Итак, поехали. Давайте проведем обзор краткий нашей темы. Так как времени еще много, я думаю, это будет интересно. Итак, нажимаем кнопочку вверху «Настроить». Мы вышли вот сюда, на главную страницу, теперь нажимаем вверху «Настроить». Далее. У нас появилась такая панель. Это панель настроек. Что мы делаем? Посмотрим краткий обзор. А начнем по порядку, наверное. Да, по порядку. Нажмем «Свойства сайта». И здесь первая полоска. Тут мы можем прописать название сайта. Сейчас я просто сейчас пропишу для того, чтобы быстро вам все продемонстрировать. Итак, поехали. Я пишу «Boogerman». Описание сайта. И вот у нас тут появляется название сайта «Boogerman». Описание сайта. Выделяем, стираем, пишем здесь что-то свое. Например, я пишу «Игра на Сегу». Но это чисто пример. Потом-то я все поменяю и вам продемонстрирую. Итак, далее. Смотрим. Тут у нас есть галочка. Отображать текст заголовка или нет. Сейчас у нас текст названия сайта отображается. Если я выбираю эту галочку, то он у нас не будет отображаться. Так, галочку оставляем. Нажимаю «Сохранить». Далее. Закрою это. И посмотрю, что мы видим. То есть мы видим, что у нас «Boogerman», название сайта и описание сайта. Вот здесь «Игра на Сегу». Итак, давайте сделаем еще раз эту процедуру. Нажмем и наведем правой кнопкой мыши, нажмем и нажмем «Открыть в новой вкладке». Ну, чтобы у нас была отдельная вкладка для настройки и отдельная вкладка для просмотра. Тут мы будем просматривать, как он выглядит, а тут мы будем видеть, что мы настраиваем. Итак, тут мы еще можем указать изображение заголовка, но к этому вернемся потом, когда будем все подробно проходить. Так, далее, что еще можно посмотреть? Цвета. Есть цвет заголовка. По умолчанию стоит такой, да? Мы можем поменять на какой-то другой цвет. Например, красный там, да, или какой-то другой. То есть любой цвет. Ставим по умолчанию. Цвет фона, да? У нас обычный цвет фона. Можем другой какой-то цвет фона поставить. Допустим, синий. Раз, синий фон поменялся. Итак, далее изображение заголовка можем установить. Ну, например, тут рекомендуется размер, но мы можем, в принципе, установить любую картинку любых размеров. Соответственно, она будет выглядеть по-разному. Нажимаем «Загрузить файл», «Выбрать файл» и выбираем любую картинку. Ну, например, вот эту. Это все сейчас для примера, просто краткий обзор. Выбрать, чтобы вы понимали. Смотрите, мы можем выбрать как все изображение, так и можем вырезать определенную часть. Соответственно, у нас будет отображаться определенная часть картинки, заголовки. Если я нажимаю «Не обрезать», у нас будет вся картинка. Если нажимаю «Обрезать», будет частичная картинка. Давайте обрежем. Я выбираю вот так, растягиваю и отображаю не всю картинку. То есть именно эта часть будет отображаться в заголовке. Нажимаю «Обрезать изображение». Вот, видите, вот у нас появился уже изображение заголовка. Вы сюда можете вставить другой ширины картинки, более узкую сделать, или тонкую, или вообще кусочек сделать, да? То есть все можно сделать по-разному. Итак, это все кратко. Идем дальше. Обзор. Далее, фоновое изображение. Фоновое изображение. Выбрать фон. То же самое. Можно загрузить любую картинку и выбрать фон. Нажимаем «Загрузить файл», нажимаем «Выбрать файл». Я уже подготовился, поэтому у меня как бы готов фон. Вот он будет. А так потом я все это продемонстрирую. Нажимаю «Выбрать изображение». Тут много тоже есть настроек, их пока проходить не будем. Просто нажму «Сохранить», чтобы вы посмотрели. Далее. Зайду сюда, нажму «Обновить». Вот у нас поменялся фон. То есть такая картинка стала отображаться. Далее. Идем дальше. Так, фон.
удалить, сохранить. Далее изображение заголовка. Тоже все это удалим, для того, чтобы мы потом качественно все это проработали. Так, и сохранить. Сохранено. Так, меню это потом пройдем, виджеты потом. Главная страница заголовок потом. Дизайн. Кратко по дизайну покажу. Макет сайта. Смотрите, сейчас у нас макет такой. Ширина коробочная, то есть идут коробочка вот такая вот, как сейчас мы видим. То есть вот такая вот коробочка с фоном. Вот. И ширина этой коробки 1218. Давайте сделаем коробку поменьше. Выберем сюда и нажмем сохранить. Теперь нажимаем сюда и обновляем страницу. Видите, макет коробочный стал уже меньше размером. Мы можем шире сделать, можем такой сайт сделать. Разный вариант. Далее. Третий вариант. Мы можем не коробочный, а полной ширины макет сделать. Нажимаем сохранить и обновляем страницу. То есть макет сайта будет в полную ширину. Вот так. Да? Еще один вариант. Мы можем сделать макет сайта в полную ширину, но коробочного типа. Итак, нажимаю сохранить, возвращаюсь сюда и нажимаю обновить. Итак, то есть ширина полная, да, вот идет как заместо фона белое, но дизайн коробочный, то есть узкий вот такой вот идет. Итак, пойдем дальше. Что у нас еще есть? Сейчас вернемся к начальному варианту. Нажму сохранить. Далее. Назад. Так, тоже сделаем все по умолчанию, как раньше было. Возвращаемся. Так, что еще вам показать? Дизайн, макет сайта. Так, шаблон. Макет по умолчанию. Это потом пройдем. Так, шаблон потом пройдем. Основные цвета. Вот. Смотрите, можем менять основные цвета. Вот сейчас у нас зеленый, можем поставить какой-то другой цвет. Далее. Цветовая схема. Сейчас у нас в белая цветовая схема, можем поставить темную цветовую схему. То есть, и так далее. То есть, очень много настроек универсальных, которые мы полностью все можем поменять и все можем настроить. Это был краткий обзор. Ну, я думаю, краткого обзора уже достаточно. И сейчас мы просто заканчиваем видео и уже увидимся в следующем видео, где мы будем каждую деталь разбирать. И я буду вам подробно демонстрировать и создавать сайт в своем... Да, в своей модели, в своей теме, а вы будете создавать сайт уже для своей темы, для своей идеи, для своего бизнеса. Основную базу настроек мы прошли за эти 5 видеоуроков. Дальше уже пойдут тонкости, дальше уже пойдут именно конкретика по каждым отдельным элементам. Вот. На этом все, я вас поздравляю, вы сделали первый свой сайт, который универсальный и подойдет под любую тематику. Осталось нам его лишь только настроить. Итак, увидимся в следующем видео. Всем пока!